реплика очень популярных перчаток от Mechanics, конкретная серия Impact, реплика очень высокого качества. Отличить оригинала практически невозможно. Единственное различие, которое я заметил, это отсутствует петля, которая находится в районе там, где находится липучка. Петля эта, если не ошибаюсь, служит для того, чтобы крепить их где-нибудь или подвешивать на карабине. У нас два вида реплик. У одной тоненькая бирочка, вот эта белая, где написан размер и производитель. Производитель в одной из реплик написано Китай. Здесь бирочка пошире, она лучше отпечатана. И там написано Made in Vietnam. И чувствуется, что по качеству она гораздо выше уровнем. Конкретно эту модель на официальном сайте можно встретить как в разделе тактикульных перчаток, только она там будет в расцветке мультикам, так и в разделе строительных, там она будет яркой пестрой расцветки для того, чтобы их проще было искать. Резиновые проставки — это компромисс, они защищают руку, которую будет держать какой-то инструмент либо автомат. Вообще перчатки, само название Mechanics разрабатывало для механиков, которые меняют колеса на Формуле 1, вот эти вот очень быстрые ребята. Далее их полюбили военные, строители, и компания немного подросла, раскрутилась, и у них появился огромный модельный ряд различных перчаток. Эти перчатки, как уже было сказано, будут интересны тем ребятам, которые в руках держат как строительный инструмент, так и страйкбольные привода.